17 сотрудников Волгоградского СИЗО, где был найден мертвым 22-летний уроженец Дагестана Равиль Расулов, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. Текст его ответа у себя в Инстаграм разместил депутат республиканского парламента Эсинбулат Магомедов, который в ноябре прошлого года с группой депутатов Народного собрания обратился к Блошкину с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти дагестанца. Напомним, Расулов, которого обвинили в вымогательстве, за несколько дней до смерти был переведен в СИЗО-1 в Волгограде из областного СИЗО номер 4. По официальной версии, заключенный умер в результате суицида, однако мать покойного утверждает, что на теле сына имелись следы пыток. На запрос дагестанских коллег Блошкин также сообщил, что уволен заместитель начальника СИЗО-4 Волгоградской области, откуда был переведен Расулов, а начальник СИЗО-1 Волгограда подал рапорт на увольнение. Правовую оценку действиям сотрудников следственных изоляторов даст Следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области, добавил глава областной думы.